Hey, yo guys, с вами Мишемики, и мы продолжаем проходить игру по названием... Ой, даже не помню название игры. Так, давайте сделаем так. Блэш... Какая-то... Блэспхелмс. Короче, название... Сломай язык, так сказать. Простонародье. Так, платформа, которая ломается. Хорошо, здесь у нас ловушек никаких не было. Полезли вниз. Пики точеные. Ой-ой-ой. Готово. Врата. Мне нужно еще найти где-то ключ. Так, это я нашел сокращение пути. Отлично. Найти нужно ключ, освободить мужика. Освободить мужика в кандалах, которого тут был у нас. И снова у нас проход, да? Окей. Сундучок, что здесь у нас? Опять сраные надписи никому не нужные. Ага, это 9 листов из чего-то там. Угу. Хорошо, у нас есть с вами апгрейд хила. Флеймос. Короче, 3 шарика. Непонятная херь. Кровью. Капуларс. Ладно, погнали вниз. Воу-воу-воу! Ага, падение им тоже наносит урон. Мое падение. Так, храм. Допустим, отдохнем. Прокачали. Принимаем. Здесь вообще только для одной активации. О! Привет. Стоять. Разве ты тут был? Так, что это у нас за место? Bloodsucker. Предметик. Это тоже какой-то лорный предмет? Нет. Я могу его экипировать. И замечу, что это тоже юзабельный предмет. Но как его юзать? Use players. Parry, attack, long. Ну, фасха, это понятно, а ну. Не работает. Хорошо. Поехали вниже. А, это чтобы потом я вернулся обратно, да? Залез. Рано туда. Ни музыки, ни фига. Значит, что-то назревает. Так, где мы еще с вами не были? Мы не были. Там в двух местах, если я не ошибаюсь. Что это за место? Это
Предмет, который я поставил, теперь у меня кровавые эти появились. О, так я могу их бить. А у меня же еще меч апнулся, точно. У. Короче, мы можем с вами теперь по крови ходить. Пипец, мы со вторым уровнем мечом разносим. Просто жопа. А, это что я говорил, то помните, что навряд ли мы допрыгнем. А ну-ка. Поехали тогда. О, теперь я могу сюда забраться. Какие-то археологические предметы нам дают, и все. Во, блин! Я их и не заметил уже. Так, сраные призраки. Ну, как обычно. Так, спрыгиваем. Нужно все облутать, и потом сходим в ту локацию, где начинаются какие-то плиты. Куда мне кажется стрёмно идти. Вот сучка, вот сычка. Давай. Хотя бы с одного. Так, кровь появляется там, где вот эти шарики крутятся у нас. Ага. Отлично. И может быть, я сейчас приду до места, где у нас летали у те фигулечки, если вы помните. Ну, предмет, который я не мог поднять. Который в воздухе висел у нас. Он, кажется, вот здесь у нас. А, я все равно, да, поднять его не могу. Оеф. Ладно. Тогда ладно. Так что у нас по инвентарю? У нас только кровь активная. И понятный херри. Второй уровень меча. Тупой шаман. Что, пойдемте тогда туда? Блин, я не хочу туда идти. У тебя плохое предчувствие. Я хочу вернуться. Бля, а где мне ключ тогда взять стоять? Ключ. Блин. Фигово получается у нас. Блин. Не хотел просто их бить. Они меня взяли и начали бить. Ладно. Так, восстановлюсь. Так, туда мы лазили. Теперь сюда у нас есть проход. Он, кажется, здесь у нас был. Так, старушенцы. С такими реликвиями. И нам нужно сюда попасть. Но чтобы сюда попасть, нам нужна зажигалка. Зажигалка у нас берется где? Правильно. Хер его знает. Хотя, может, это старушенцы купит у меня вот ту... Ай, сообщение пришло. Нужно это. У старушенца будет взять, ну или продать, если она купит, конечно, с кровавой этой херью.
Ей, короче, нужно зажечь там светильник тот сраный. Окей. Допустим. Допустим, такой факт. Так, иди в жопу, вампирша, или кто ты у нас? Каев. Забываем, как жить. Так, здесь это мы поднимаемся на мост. Так? Или не так? Это мы пещера. Хорошо. Здесь что у нас за проход? Рам. Рамы вниз проход. И там у нас сундук, который мы открывали, и больше там у нас ничего нету. Ага. Ладно, погнали наверх. Погнали наверх. Так, здесь, да, у нас еще какой-то есть проход. Секретный проход. Тоже пещеры. Что если пойти до конца? Наверх я понял, что я могу пойти тоже. Отлично, у нас здесь с вами проход и еще сундук. Золотая перл. Перл это, кажется, жемчужина. Перл. Кажется, перл это жемчужина. О, еще один сундук. Лот, лопт. Сейчас выйдем отсюда, поднимемся еще наверх. А в ту сторону планету. В ту сторону смысла нет. Окей. Ого, я могу поставить. Хорошо. 20 что-то процентов. Мы можем. Они падают? А, они уже к херу падают, потому что я их кокаю. Старик, я тебя своб. А, гиф, да. А, блад? Теперь с кровью? Вот. Так, мы ему отдали. Это квестовый предмет у нас, да, был? У нас еще какие-то. Так, апгрейд. Леймс, апгрейд. Не, ладно. Допустим. Храм. А мы в храм не ходили. Или ходили? Давайте по-быстрому прошмагнемся. Да, все, мы здесь были. Так, тогда отдыхаем. Встаем. Побежали. Я не собираюсь с ними драться. Ну их нафиг. Я хочу все облазить, посмотреть, где что у нас еще есть. Нет! Большой был шанс, то, что меня должно ударить было. Так, отлично. Здесь у нас ничего. Полезли наверх. Тупица. Так, поднимаемся наверх. Что у нас здесь было? Кажется, это проход на выход куда-то наверх, да?
Я подумал, что мы здесь не были. Кстати, а это тогда что за проход? Какая-то часовня. Не, эти фигни прикоса не дамажат. Нет, не дамажит. Это я дамажусь. Так, ладно, хилимся. И погнали. А где я сейчас буду? Я ж не отхилился на последнем. Теперь вспоминаю, где это, что это за место. Так, с сундуком, хорошо. Это место я все пропустил. И пробежал. Окей. Мы забрались наверх. По низу быстро пробежали. Так, все сделали так. Потом я обманул старика. Забрался. Говорю, забрался. Пипец, вот это я тупанул жестко. Так, здесь у нас встретили три врага. И главное, что я сам себя коцнул, считай. Из-за него. Поднялся наверх. Дальше был мужик у нас с колоколом. И там был у нас сохранялка. Да. Был мужик и сохранялка. Хорошо. Окей. Попытка номер два. Это у нас церковь какая-то. Тут тавр. А, нет, здание. Просто здание. Хорошо, призраки, призраки летают сквозь у нас блоки. Ну нафиг. Сейчас еще снова грохнусь. Нет! Фух. Так. Еще какой-то папирус. Что-то там какое-то помещение большое. Что мне дали? Мне свеча нужна. Ладно. Большое очень место, похоже на место с битва с боссом. Но босса не наблюдается. Окей, значит, здесь босса пока у нас нету. Посрать. Чистая рель, вот посрать. Сдох, сдох. Я сэкономлю сейчас время, чтобы вернуться сюда, в эту локацию. Спуститься здесь по-быстрому вниз. И спуститься до конца вниз. Так, вспоминаю, где у нас было сокращение? Шипы. Так, если кажется здесь. Потом. Туда. Здесь мы вниз падаем. И тут сокращение, отлично. Ворота. Мы шли потом сюда. Блин, да, вот получится в том здании. Ну, пускай будет церковь, да, по идее. Там очень большое было пространство. То есть, можно сказать, что у нас там было место с битвом с боссом.
можно было побиться с боссом, но там самого босса у нас не оказалось. И это вот как бы немножко печально выходит у нас. Интересно, они здесь вообще есть хотя бы? Так, а я ничего не упустил? Так, наверх я забирался, все. Ну, погнали сюда. Тогда погнали мы сюда. Ну, мне просто место не нравится, оно какое-то, знаете, вот... тихое что-то. Ладно, идемте. Ох ты ж, блядь. Какая-то хуёвина в виде дерева и козла. Воу! Тихо-тихо, увалим. Блин. Ха-ха-ха! А что, поворотом ударить не можешь, да? Так, а вот это мне не нравится, слушай. А я в тупике. Я в тупике. Воу, 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 воу. Отлично. Ага, теперь не отлично. Ломаем кусты, убивать с одного удара. Блин, ну доджить можно даже когда он просто бьет нас. Мы его убили. Так, let me return you arms. Короче, дай мне armas. Броню моей леди. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Угу. Это все, что я нашел. Place found, да? Потом у нас предметы, видите, реликты. Это я все должен был найти все в одной локации, хотите сказать? Complete 54%. То есть, где-то всего еще у нас осталось 5 каких-то книжек или что-то страниц. Players Phone все собрал, активные предметы не все собрал. Все? Да, кажись, это, ребята, конец бетки, поэтому всем спасибо за просмотр, будем ждать, ну, лично я буду ждать продолжения выхода полной игры. Я уже немножко, знаете, такой представил уже даже босса, который может быть у нас в локации в церкви, то в башне, пускай, ладно, в тавер, в башне. Допустим, если у нас там в основном вот эти колокольчики, да, летают. Но видели, там было место, где можно запрыгнуть было, по сути. И здесь открывается вопрос. Либо какая-то у меня должна была быть способность, что я должен был аж туда залезть. Либо оттуда просто бы на меня враги падали. Либо то, знаете, такое место, где прикрытие, типа. Если враг огромный, хотя локация огромная, значит и враг должен быть огромный. Ну, если судить по первому боссу, которого мы встретили и убили...
У него есть два стиля боя. Блин, как стиль? Ну ладно, хорошо, пускай стиль. Стиль это первая, ну, дальняя и ближняя атака. Но я хотел сказать за стадии. Первая стадия это в основном просто удар, один плевок. И он еще типа корешки запускал в нас. Во второй фазе он начал пуляться тремя шариками этими, которые кусты вызывают. При ударе над собой, ну типа под себя, да, удар, вылазят больше шипов, этих лозы, пускай так будет, и лоза, которую он когда-то ногой топает по нам. Тогда было две у нас лозы, теперь у нас стала одна. Саундтрек, да, я услышал, но он немного такой слабоватый, именно по исполнению. И его мало. В основном там те же катакомбы, если играть, те же пещеры. У нас просто игра шла со звуком. Типа звук ветра. Ну, да, это пиксельная игра тоже же. 2D платформер в виде Dark Soul, только не до Dark Soul. Боссы есть, босс они есть. Нету душ у нас, нету у нас с вами никаких стамины. Но у нас есть оттуда хилки, у нас есть те же самые костры, сохранялки. Ну и как-то так. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.